Всем привет! Продолжаем смотреть картины, описание к ним. Лука Джордано. Распятие святого Петра. 1655-1660 годы. Хвост масла 196/258. Большая картина. Неаполитанец Лука Джордано был чрезвычайно плодотворен. Сегодня его работы, несколько тысяч произведений, перебрались из дворцов и храмов, находятся во многих музеях мира. Долгое время считал, что он не более чем мастеровитый художник, способный на создание неглубоких, бравурных, однообразных разных декоративных композиций, которые подготовили почву последующему рококо. Однако исследователи, учитывая особенности практики той эпохи, когда многие заказы, сделанные живописцу, в большинстве своем исполнялись учениками и подмастерьями, выделили его из творчества подлинные произведения и обнаружили незаурядного глубокого виртуоза. Джордано был учеником испанца Хосепа Рибера, но был открыт и для других влияний, в частности Пьетро ди Кортона, венецианцев, ренессанса и особенно Веронезе. По бытовавшему в художественной среде обычаю, Джорджано предпринял путешествие в Рим и Венецию. Живописная манера сцены и жизни святого Петра возникла под влиянием этой поездки. Композиционные диагонали резко прочерчивают поверхности большого полотна. Мощный рельеф напряженных человеческих тел утверждается на первом плане, излучая энергетические волны, заставляя зрителя содрогаться от жестокой трагедии. Рыбак из Галилеи Симон стал одним из призванных учеников Христа. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень». Кифа по-арамейски, по-гречески Петр. При императоре Нероне в 64 году нашей эры уже немолодого Петра распяли на кресте, исполнив просьбу казнимого считать себя недостойным умереть, как учитель. Он просил распять его вниз головой. Вот такое описание я нашел к картине «Распятие святого Петра» Лука Джордано. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.